Мы находимся у городской больницы Белгород-Днестровского. Из-за того, что недобросовестные водители оставляют свои машины прямо на тротуаре, пешеходы вынуждены обходить их по проезжей части. На предыдущем заседании исполкома приняли решение выделить 250 тысяч гривен из бюджета развития на продолжение ремонта тротуара по улице Маяковского вдоль городской больницы. Также во время работ планируют увеличить проезжую часть на этом участке и сделать карман для бесплатной парковки транспорта. Потому что проблема хаотичных парковок в Белгород-Днестровском одна из приоритетных. И это доставляет неудобства для горожан. Здесь все знают, что на протяжении всего времени присутствует знак «Остановка запрещена». Пока у нас информация с полицией, конечно, здесь люди пока пользуются этим и ставят машины, нарушая эти правила. И тем же самым затрудняют движение транспорта, какие-то уборки, какие-то аварийные работы. Мы производим здесь только ночью. Мы днем не можем ничего делать. Даже вот вывоз мусора после того, как делся тротуар по улице Маяковского, мы производили перед Новым годом в ночное время. Трое суток люди работали. Поэтому было принято решение расширить его. Оно ни на что не влияет. Вот. Тротуар остается минимальный 2 метра. В районе церкви там будут у них ступенечки выходить. Там будет тоже он где-то 1,85 м, потому что он сегодня 7 метров. Он увеличится 2 метра у нас и 3,5 метра у церкви. 2,5 метра остается на всем протяжении свободного передвижения населения. Напомним, еще в прошлом году отремонтировали часть тротуара до городской больницы. И его сдачу в эксплуатацию горожане ждали очень долго. Нынешнее руководство городского центра благоустройства, учитывая горький опыт своих предшественников, решили не следовать их примеру и уже определились с подрядчиком. В этом году работы будет выполнять местная фирма, которая успела зарекомендовать себя с положительной стороны. У нас сегодня первое требование ко всем, кто заходит к нам в город, если это дорожные рабочие, наличие своей техники, не арендованной, наличие своего, потому что асфальтный заводик, чтобы мы никого не зависели, та же самая с плиткой. Скажите, вот еще подрядчик откуда? Это Назаров. Вот мы уже видим их работу, понимаете? Люди сделали работу. Здесь и вот Назаров Александр продолжает работу. Он закончил часть тротуара от Первомайской до въезда в больницу, и он закончит ее здесь. То есть мы даем приоритет, конечно же, у кого ниже цены, и вот человека мы уже знаем, работу человека. По словам Якова Сотниченко, уже со следующей недели планируют начать укладку тротуара по улице Маяковского, а также начать ремонт и разметку некоторых дорог. Елена Малайван, Андрей Романовский, Виталий Солодухин, Бессарабия ТВ.